Здравствуйте, дорогие садоводы! С Новым годом, с новым счастьем! Пусть в наступившем году исполнится все, о чем вы так давно мечтаете. Пусть именно в этом году исполнится ваша самая-самая заветная мечта. Первые дни Нового года волшебные. Невозможное становится возможным. Я люблю в это время планировать покупки для своего сада. Провожу ревизию семян, смотрю, каких мне не хватает. Проверяю свои записи. Опять же, смотрю, а какие семена показали себя лучше всех, и у меня закончились, и, конечно же, приобретаю их снова. Привожу в порядок инструмент, смотрю, какой нужно заменить. И, конечно, ну, какие-то полезные вещи для сада, типа садовых светильников на солнечных батареях, которые я просто обожаю. И хорошо, что именно в эти дни на моем любимом сайте seedspost.ru есть такой новогодний подарок, как бесплатная доставка вашего заказа на сумму от 2020 рублей в честь наступившего Нового года. Успейте до 6 января сделать покупку по самой выгодной цене. Это действительно очень выгодные условия, которые бывают только раз в году в течение новогодних праздников. Я, конечно, вчера не удержалась, сейчас вам расскажу, что же я заказала. Весь день я провела на сайте, потому что там огромный выбор всего, начиная от сада, заканчивая здоровьем и какими-то кухонными полезными предметами. Конечно, я начала с семян, безусловно, петуния, своя любимая. На первой странице очень интересно, есть двухцветная петуния, как с полосочками такими двухцветными, так и с белым кантом, фиолетовая, синяя, малиновая, розовая, в общем, глаза разбегаются. Пеларгония, да, сейчас именно очень много появилось тех сортов, которых не было раньше. Я хочу, вот кто меня давно смотрит, знает, что у меня есть новый участок, на котором у меня стоит несколько вазонов. Я хочу еще больше вазонов приобрести и прям вот вдоль тропинки поставить вазоны с пеларгонией. Именно с пеларгонией, потому что она, ну, лучше, чем петуния. Она и дождь держит лучше, и цветет дольше, и не подвержена вот обламыванию от сильного ветра, вот к чему так склонна петуния. И цветет гораздо дольше она, до самых-самых морозов. Она мерится с небольшим размером кашпо и радует пышными шапками. Я вот хочу в каждом вазоне посадить, в одном малиновую, в другом белую, в третьем розовую и так далее, чтобы у меня прям были вазоны по сортам. Бальзамины, конечно, заказала, свою любимую капусту цветную и брокколи, перец, опять же, несколько сортов томатов. Обязательно вам покажу заказ, обязательно расскажу. Квасцы для гортензии, кто хочет, очень качественно есть квасцы для гортензии именно на этом сайте. Кстати, самая главная приятность, не забывайте, я оставлю в описании к этому сюжету свой промокод, который вам нужно будет ввести в соответствующее поле при оформлении заказа, чтобы получить скидку. Тем, кто зарегистрируется в первый раз, получит 10%, к тем, кто уже зарегистрирован и делал покупки, 5%. Поэтому, ну, более выгодной покупка, чем сейчас, ну, не будет, наверное, уже в течение года, поэтому не упустите возможность. Сейчас расскажу, что я вам для кухни тоже приобрела классный такой небольшой силиконовый дуршлаг, который крепится как и на кастрюлю, он универсальный, при консервации очень удобный, так и на любую банку, чтобы можно было сливать и обойтись без вот этих без громоздкой кухонной утвари. Светильники на солнечных батарейках. Грешна заказала, да, заказала с разноцветным витражным стеклом шарики, которые я буду подвешивать в арке. В общем, много всего заказала, опять же повторюсь, покажу обязательно. Не буду ничего я в эти дни сеять, сажать и работать, сейчас время отдыха, поэтому отдыхайте по полной программе, созерцайте сайты, смотрите, чего вам не хватает, и пользуйтесь бесплатной доставкой вот на сайте seedspost.ru, чтобы все необходимое приобрести именно сейчас, к новому сезону, когда есть огромная возможность вот сейчас в празднике не спеша все это выбрать и заказать, потому что уже буквально через пару недель мы с вами приступим к первым посевам. Я желаю вам отличных покупок, хорошего новогоднего настроения весь год и, конечно же, исполнения мечты. С вами была Светлана Самойлова. Не забывайте про мой промокод. Пока!